Всем привет! Хочу напомнить, что у меня на канале проходит сейчас новогодний розыгрыш, который состоится 30 декабря, и в котором участвуют вот эти три ауга. А также каждое воскресенье я разыгрываю скинчики. Какие будут разыграны в это воскресенье, будет, информация будет в описании под видосом. Ну а я приступаю, собственно говоря, к тому, ради чего здесь и собрался. Или ради чего я записываю этот ролик. Сегодня у нас шестой день. У нас сегодня шестой день челленджа перчи с ракета. Вот. И тут еще, короче, маленечко. Вчера со своим коллегой, опенкейсером, пообщались и решили сделать такой... Бросить друг другу вызов. В общем, кто слово баланса окупится сильнее. В общем, майский. Я бросаю тебе вызов. У меня на балансе 40 рублей с промокодом. Вот. И сегодня я постараюсь выбить максимально сочный, максимально классный дроп. Вот. И посмотрим, как у тебя получится меня переплюнуть. Ну что, все точно так же. Мы начинаем с Silver Elite. С 13 рублев. На 4 открытия у меня хватит. Сосем, да? Ну давай, ладно. Ну, в принципе, я купил, уже купил. Ну, сегодня как бы онлайн-то побольше. Онлайн побольше. То есть я сегодня уже не с утра открываю, уже днем. Открываю днем. Я вот просто думаю, что продать еще раз. Слушай, это нормально, да? То есть это нормально. Это нормально, то есть 93. То есть 93 рубля. Так, просто я думаю, блин, маловато скинчиков, чтобы залетать на лоу балансе. Чё, ровно 100 рублей? Охереть, прикиньте, сумма ровно 100 рублей оказалась на балансе. Я вот сейчас думаю, мне либо двух амонгов открыть. Ну, давай откроем двух амонгов, посмотрим, что нам, чем порадует зеленый амонг. Чем порадует... Хорошо. И теперь мне нужно, чем порадует красный амонг. Посмотрим. Ну, это нет, это нехорошо. Это нехорошо. Так, давай, мы это все продаем. Вот, мы это все продаем. Теперь мы можем открыть розового, желтого. Посмотреть, что с них выпадет. Пивну. Кофейку пока, думает сайт. Юсп сыворотка. Ну что, ты долго будешь там скрипты свои менять? Если ты мне сейчас, короче, на вот этот облом накрутишь, я буду только за. Не помню, сколько это стоит. Ну, это не алё стоит. Так, это какой подстосный кейс оказался? Розовый. Ух, розовый. Так, покажу. Пока что зеленый у нас самый такой тащер, да, оказался. Среди кейсов пока что это он, тащер, оказался. Бог червей. 90 рублей, да? Ну, нормально, нормально. Давай тогда мы это продаем. Еще продаем. Продаем. Давай мы тогда вот эту попробуем. Попробуем эту. Там, кстати, новые кейсы какие-то появились. И я вот... О, это хорошо стоить должно. Отлично, отлично. Ну, у меня по моим правилам, я от 200 рублей оставляю, да? Я от 200 рублей оставляю. Так, что тогда? Что тогда? Так, нет, ну я тебя продаю, потому что все равно это... Так, я могу тогда что сделать? Я могу... А, подожди, а что, Декстра убрали, что ли? Подожди, Декстра, Джон Уик. Подожди, а я не... Ну, времена года остались, а... А Декстера убрали? О, слушай. Еще какие-то Angry Birds тут, да? Ёб твою мать. Слушайте, а Декстера-то убрали, получается, ребята. Охренеть. А вот по вот этим-то я не понимаю. Я вот из этих не понимаю вообще, что тут можно пооткрывать-то. Какой из них может быть тащер? Кейс, тащ. А, блядь, что ты зависаешь? Так, может тогда попробовать... Что попробовать?
Так, два Декстра. Ну, ладно, давай мы попробуем времена года. Давай попробуем времена года. Посмотрим, что ты тут дашь. Что ты тут дашь, да? Ну, по крайней мере, хоть какой-то контентик. Минус 200 плюс 150, итого на полтинник я влетел, да? Так, ладно, мы тебя продаем, мы тебя продаем. Давай мы тогда снова откроем по разу вот эти. Посмотрим, что на сей раз у нас топнет. Что у нас топнет на сей раз? Вот это было бы поприкольней. Вот это было бы намного поприкольней. Так, мы тебя сразу продаем, чтобы ты не это. Так, ребят, сорян, звоночек. Работа, работа. Так, чё? Чё? Так, я какой открывал? Зеленый. Давай красный опять откроем. Давай откроем красный, посмотрим. Блин. Не алё, да? Не алё. Подожди, а может быть мне надо было их розовый? Ну, посмотрим. Ты мне сейчас розовый уже тут поднасрал, конечно. Чё? 42. Ну, классно выглядит, конечно. Выглядит, конечно, классно. Но это не то, что нам нужно. Это не то, что нам нужно. Желтый, давай смотрим. Так, у меня сегодня максимальный дроп был за 170. Мне там что-то выпало, да? То есть, а это херня. То есть, ты мне уже какой раз подсираешь там. Так, долбоящер. Давай, давай. Смотрим. Вот, давай неонового огонщика. Не, я хочу неонового огонщика. Ты можешь мне дать? Подороже, да? 160 снова. А, блин. Может тогда что? А, нет, контракты не получится, в апгрейды. Ждем. Ждем. Сайт помер. Ну, ёптва мать. Ну ты оживешь, нет. Пацаны, это, короче, кейс-баттл. Вот такая вот херня. Ну, оживай. Все, ожил, да? 160. И что, рублей за 300 попробовать, может, что сделать? Давай попробуем. Надо же как-то майскому носу тереть. Попробуем сейчас что-нибудь рублей за 300. За 300. Кракен. Да нет, кракен не будем. Эко. Это же Галиль, да? О, Галиль, нормальная. Сколько? 54. И давай. Ну, и... А нет, балик я оставлю, я не буду. Давай, смотрим. Смотрим. А, мне же там просили какую-то азартную прокрутку убрать. Там еще там что-то убрать просили там, да? Хуй, короче. Ну, с баликом бы тоже не вытянуло. Уй, короче, уй. Ладно. Балик еще остался. Поэтому давай мы снова... Давай быстренько откроем. Чтобы сильно долго нам не это... Тут уже по любасу будет слив. Тут по любасу будет слив, поэтому что тут? Что там, на полтинник еще не набрал? Нет. Не набрал я еще на полтинник. Ну давай хоть крутанем, продаем, да? О, снова полтинник. Давай опять. Так, какой у меня сегодня? В принципе, вот этот у меня сегодня дайвал, да, зелененький. Вот давай в зелененького еще раз. Может, еще что-нибудь выдаст. Посмотрим. Ну, максимальный скин у меня 100. Вот это хорошая штука. 39. Как бы ни о чем. Не алло, да? Не алло. Ну. Давай быстренько. Раз.
2. Осуждаю. Осуждаю. Осужденного осуждаю. Ну, элитка. Ну тут особо-то нечего, тут особо-то нечего ждать. Ну все, сейчас, сейчас слив. Зип. Все, слив. Все. Ну, сегодня хоть, в принципе, хоть какой-то контентик получился, да? Что-то подавал, что-то повыводил там. Ну, не повыводил, то есть повысыпал. В общем, ну, максимально... Короче, ничего мне вывести не удалось. Максимально, что мне выпало, это за 160 рублей, там, вот это... Скар или что там это была там, да, штука. Вот, ну, ну что, майский, посмотрим, как у тебя там что получится, да? И получится ли. В общем, ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И участвуйте, конечно же, в проходящих розыгрышах. Всем пока и до новых встреч.